Вас приветствует Алена Арес. Что же принесет вам пятница? А пятница, мои хорошие, принесет вам радостные, счастливые новости. Для кого-то это будут новости от детей, внуков, а у кого-то от мужчины. Новости очень счастливые, радостные, и вы будете настолько довольны и счастливы. Да, кстати, это может быть приглашение на праздник или на какое-то семейное торжество. Также это могут быть радостные новости, связанные с поездкой или с возвращением. Вот смотрите, прям радостные, счастливые новости. А у кого-то может быть известие о зачатии или, скажем, рождении ребенка. Вполне возможно, у вас или у ваших детей. У кого-то может быть даже у внуков. Вот, денежки также придут в пятницу, порадуют вас. Да, и девочки, но все равно, вот все карты говорят о том, что именно в пятницу начало какого-то нового дела, нового проекта. Это может быть и с бизнесом связано, и с работой, да, какие-то, может быть, новые обязанности. Или какое-то новое дело вам поручат. Вот, это может быть связано с какими-то бытовыми вопросами. Может быть, начнете ремонт, или наконец-то решите сходить к врачу или к косметологу. В общем, что-то такое новое, но классное. В бизнесе тоже может быть какое-то новое направление, какие-то новые дополнительные продукты или услуги. Так, посмотрим вечер. Вечер, что вам принесет, девочки. Ну, куда-то пойдете или поедете вечером. Для чего? Тайна, тайна, говорят карты. Нет, на самом деле, может быть, знакомство, может быть, вы просто пойдете прогуляться. Тут, возможно, такое спокойное знакомство. Спокойное в том смысле, что как-то не особо вы будете на него, в общем-то, надеяться, на это знакомство. Но приятное общение, я бы сказала. Вот, еще смотрите, поздно вечером решится еще какой-то важный для вас вопрос. Знаете, вот такой вопрос, что прям его решение, вы прям почувствуете, что как будто бы свободу почувствуете, или то, что камень с души упал. Вот решится какой-то еще вопрос. Но вопрос решится независимо от вас, то есть вам просто сообщат решение. Вопрос тоже может касаться денег. Вот, в общем-то, такой будет для вас пятница. Так, давайте карту совета на пятницу посмотрим. Что вам карты посоветуют? Богиня Афина, внутренняя мудрость. Вы сами прекрасно знаете, что делать. Доверьтесь внутренней мудрости и безотлагательно приступайте к действиям. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. А внизу в описании вас ждет подарок, а также бесплатное обучение или бесплатная помощь.